Тайский карри. Растительное масло добавляем имбирь. Обжариваем. Затем добавляем чеснок. Репчатый лук. Зеленый карри соус. Лайм или лимон. Затем добавляем нут. Арахис. Морковь, тыква и корень петрушки. Затем добавляем кокосовое молоко. Разбавляем немножко кипятком. Солим по вкусу. Тушим в течение 30 минут. Добавляем томат и любую зелень. В конце добавляем кунжутное масло. Правильное питание на канале Травард.